Всем привет! Сегодня в основном видео будет про стройку и немного про рыбок. Ну, начнем. Вот, как видите, поставили бытовку. Бытовка идет 6 на 2,10. Так, ее поставили то, чтобы строители жили во время стройки, ну и потом она пойдет как сарай. Ее вчера прошлись вот в один слой, просто защитить дерево. Потом дальше еще будем красить. Так, и самое интересное, вот там вот, как можете видеть, торчат уже сваи. Сейчас поближе подойду и все дальше расскажу. Так, вот подошел, но сваи 2,5 метра. Их тут 24 штуки. Договор, как поняли, я уже заключил с компанией, которая будет строить дом. Чуть позже назову, что за компания. Их установка была вчера. Ну, в субботу, сегодня воскресенье. Устанавливали их долго, потому что, как казалось, тут грунт очень плотный. И плюс там еще в каких-то местах был строительный мусор, который лет так 20 уже лежит под землей. Вот с этой геморроя было много. Вот с этой сваи. И там еще какие-то сваи. Ну, держится хорошо, то есть так вручную не пошатать, не прыгай на них, посмотрим, как они себя поведут. Вот обрезки от свай. Внутрь был засыпан пескобетон и приварены эти оголовки. Потом они вот, ну, вот здесь вот краской прошлись. Так, вход в дом будет вот здесь вот, получается, вот так вот, ну, примерно. Потом также все покажу. В принципе, все чисто, то есть после они весь мусор с собой убрали, только вот остались, как я уже говорил, вот эти вот обрезки, их надо будет выкинуть. Компания называется, который будет строить дом. Дача по карману. В принципе, пока все устраивает. Надеюсь, не накаркаю тут. То есть тут даже вот видно. Тоже спали вот. Ну, спали, получается, вот сюда. Вот это то, что просыпалось. В конце месяца должны заехать строиться. Если погода будет позволять. Построить, ну, примерно там за 2 недели, если будет возможность, буду показывать всю стройку. А так, в принципе, тут все. Вот это вот тут старый колодец, который еще деревянный, его будем засыпать. То есть он не глубокий совсем. Его просто землей засыпем. Или песком. И все, вот это все вывезем. Все кирпичи. Ну, труха. Может, на дорогу это пойдет. А так, в принципе, пойдем покажу, что и как с рыбками случилось, произошло за эти 2 недели. Пока я видео не записывал. Так, ну вот, дошел до рыбок. С того участка. Кстати, сюда я, наверное, сейчас вставлю. У меня есть 5-секундные отрезки. Я записывал, как они вкручивали сваи. Если получится, вставлю. Так, и продолжаем насчет рыбок. Ну, рыбки себя чувствуют прекрасно, как и обычно. То есть тут все хорошо. Малинезия дала еще малька. Так, сейчас как бы его заснять. Вон, это который подросший плавает. И вон еще мелкие. А на той неделе был приплод. Так, растения здесь тоже чувствуют хорошо. Вон там новые листья пускает нимфея. Здесь также все разрастается. Вот эти, как я их называю, карасики. Рязку съедают очень быстро, потому что вчера тут
этот был очень плотный, типа как вот это вот. То есть вот настолько. И это все они немного уже поели. Так. Не знаю, будет видно или нет. Так, фокус. Где ты? Ну тут, короче, тоже малек плавает, чтобы поближе просто показать. Так, вот, ну это который уже немного подросли. Так, в принципе, все хорошо. Все работает. Фильтр. Ну и как знаете, я его не закрываю. Все нормально. Компрессор он работает от солнца. Ну, сейчас утро, просто еще не попадает сюда так свет, поэтому ручок мало воды дает и компрессор чуть-чуть. Ну, потом солнце передвинется и тут будет больше воды, больше воздуха. Листья вот это вот разрастается. В общем, так хорошо разрастается. Вода он прозрачная, видно дно полностью. Так, что еще хотел рассказать? Ну, дафни. Так, сейчас пойдем. Я отсюда вылавливаю. Ну, тут больше вот я эту рязку раздаю им. Рыголистник тут очень хорошо разрастается прям. Прям вот тут очень много. Я его в пруд не кидаю, потому что боюсь, что фильтр... насос впадет и забьет. Так. И вот дафния плавает как раз. Она сейчас будет на солнце идти. Вот. Ну, здесь также. Просто там не будет ничего видно. Я им сюда и сюда положил крапиву. То есть вот она уже. То, что от нее осталось. Один ствол. Она как разлагается, я заметил еще в том году, то, что она хорошо, то есть и дафни питается хорошо. Когда вот это вот в воде все растворяется, дафни становится больше. Ну, печка так же, как стояла, так и стоит. Здесь все так же. Также тут хорошо разрастается вот такой пышный рыголистник. Вон они все. Тут вон и большие там производители. И малек все вместе плавают. Постоянно, когда руку так опускаешь, они где-то рядом плавают. Причем и малинези тоже вот. Вон. Не знаю, видно, не видно, самка, самец приползли. Ой, приплыли вот самец. Так, по температуре что у нас тут? Двадцать пять. Ну, в принципе, так. Все по-старому, все работает. Все цветет. Ну, думаю, на этом буду заканчивать. Если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь ответить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, всем пока.